Доброе утро. Сегодня мы едем в высокий замок. Точнее, мы уже приехали. Когда-то там был замок, потом его разрушили, построили новый. Потом еще раз порушили, построили рядом второй. Но потом, короче, все замки разрушили. Сейчас там просто парк. Я надеюсь, там будет красиво. Вот. А еще у меня, как всегда, непонятки с техникой. Ну, вот, везучий человек. Вчера видео, сегодня я пытаюсь привлечь фото. Оно заглючило, теперь надо вручную делать. А там фотографий штук 700. И вручную вот это вот прямо капец, как тяжело. В общем, да. Последняя стена, которая осталась от замка. Мы прошли уже хреновую тучу ступеней. Я капец как устала, хотя у меня выносливость как бы есть. Еще нам пилярить. До самого верха, до высокой смотровой площадки. И вот эта вот стена, конечно, хорошо. Но я устала. 422, 423, 425. По-моему, от этого стоило. Посмотрите, какая красота. Сейчас в качестве обеда на праздник, на 1 мая, мы пошли в очень популярное кафе или ресторан, я не знаю, как это базируется, во Львове. Называется «Правда». Это сеть, большая сеть. Вот. И что мы закажем, я вам покажу отдельно. Мы заказали вот такую мясную тарелку, пока будем кушать ее. Там еще нужен суп и еще что-то. Итак, мы взяли такую штуку, блинчики с начинкой, вот. Я взяла с вишней и орехом, мама тоже взяла, потому что с клубникой не было. Вот. Очень вкусная штука и пахнет божественно. Вот. Всем доброе утро. Сегодня предпоследний день нашего путешествия. Сегодня мы едем на Лычаковское кладбище, Лычаковское кладбище. Это одно из самых известных кладбищ. Там похоронен Иван Франко, насколько я знаю, еще очень много известных людей. Мы сейчас туда пойдем. Вот. И мы были только что на кладбище. Фигня в том, что, прикиньте, на кладбище вход платный. Это как вообще? Такого не должно вообще быть. Вот. Мы там погуляли, на самом деле очень устали, поэтому сейчас идем в центр. И попробуем все-таки попасть в эту... в Криевку. Вот. Знаем, что такое знаковое прикольное место. Одно из самых-самых интересных. Вот, попытаемся туда попасть. И мы уже внутри, вы слышите фоном, как называется, гармошка? Нет, не гармошка. Аккордеон. Аккордеон, точно, вот. Тут так и играют, живую постоянно, очень уютное место. И что мы заказали, я вам потом фотками вставлю. Вот. Свет очень странный, что темно, включила вспышку. Мы заказали салатик, родители заказали борщ. Я жду себе какую-то сковородку с какой-то вкусняхой и еще какую-то штуку. Ну что, это последний день нашего путешествия. Я буду выступать непонятно кто, но это не важно. Мы уже собрали чемоданы и выселились из наших апартаментов. Сейчас мы сдадим наши вещи в камеру хранения и пойдем, наверное, в картинную галерею, если повезет. Там покушаем. Не в галерее, просто покушаем. И пойдем на поезд. Итак, мы вышли из музея, я кое-что снимала, прикреплю фотографию, мне, честно говоря, очень понравилось. Там был известный Айвазовский, даже его удивление для меня, да. Вот, это так. А еще я выгляжу как эльф, ну реально как эльф. Вот это вот видите? Мы уже побывали в музее, точнее в арт-галерее, потом покушали, съели еще раз по вафле, вот. И, наверное, на этом я буду с вами прощаться. Сейчас мы еще немножко будем гулять. И потом пойдем в... И потом мы уже пойдем на вокзал. Садиться на поезд и домой. Так что я очень надеюсь, что вам понравилось это видео.
оставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши в комментах, как тебе этот влог и где бы ты хотела оказаться, если бы ты сейчас мог оказаться в другом месте. Вот. Люблю всех, сияйте. Пока.